ЮНИСЕФ совершил первые инвестиции в блокчейн-проект в Южной Африке. Детский фонд ООН объявил компании, которые вошли в первый инвестиционный портфель фонда инноваций организации. Среди компаний, получивших поддержку фонда, оказался южноафриканский стартап Nainits, сообщает TheBlockchain.com. Nainits использует технологии блокчейн для совершенствования систем управления, программ развития детей раннего возраста. Следующий инвестиционный портфель ЮНИСЕФ планирует начать в 2017 году.